Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ровно месяц назад я открыл ноту, и сегодня первый период наблюдения по этой ноте. Напомню, что это за нота. Это нота на корзину из компаний Алроса, Мосбиржа, НЛМК и Сбербанк привилегированные. По этой ноте выплачивается 20% годовых при определенных условиях. Напомню, что это за условия. По этой ноте выплачивается 20% годовых при условии, что ни одна из данных компаний, акции ни одной из данных компаний не опустится ниже, чем 85% от начальной стоимости. И второе условие – это условие отзыва этой ноты. Если все четыре компании, акции всех четырех компаний вырастут выше, чем цена начальная, то нота закрывается с выплатой очередного купона. Если хоть одна из акций не выросла, то и не упала ниже, чем 15% начальной стоимости, то выплачивается просто купон и до следующего периода наблюдения. Вот что сегодня произошло. Сегодня 29 число и первый период наблюдения. Давайте посмотрим. Сейчас вы видите график всех четырех компаний. Я нахожусь в личном кабинете. Открытие брокер. И мы смотрим, вот так отображается график, очень красиво в личном кабинете, все классно видно. Вот здесь, что тут написано? Купонная выплата. А вот здесь вот барьер отзыва, то есть если все четыре графика выше, чем барьер отзыва, то нота прекращает свое действие и выплачиваются все деньги назад и выплата очередного купона. Вот. Но сейчас смотрим. Московская биржа выросла значительно, на 10% с лишним. Алроса тоже выросла, там на 4%, насколько я помню. Вот, сейчас мы это увидим. Значит, НЛМК чуть-чуть вырос. Вот, а Сбербанк упал. Не сильно, но упал. Вот, и поэтому смотрим ниже. Базисные активы, вот, стартовая цена по каждому активу, текущая цена, барьер выплаты купона, барьер защиты капитала, полученный купонный доход. То есть сегодня вот дата выплаты, и посмотрите, как интересно, по полученный купонный доход по Сбербанку, именно по той акции, которая упала. Это очень интересно. Почему? Потому что, ну, судя по всему, это опцион, и он сработал. Вот. Таблица выплаты купонов. Смотрим. Таблица выплаты купонов. Дата выплаты 29.11.2019. Барьер, барьер, барьер. Купон выплачен. 1589 рублей. Это 20% годовых от суммы 100 тысяч рублей за один месяц. Вот он выплачен. И теперь что нам остается? Теперь нам ждать до 30 декабря. До 30 декабря, то есть ровно через месяц, дата выплаты не наступила пока, но когда она наступит, при выполнении условий 1698 рублей я получу, я практически в этом уверен, потому что, ну, нет никаких предпосылок к тому, чтобы акции все упали больше, чем, или хотя бы одна из них упала больше, чем на 15%. Посмотрим, будем наблюдать. Вот, да, и теперь, значит, чем хороши ноты? Тем, что формулы расчета. Давайте посмотрим, что здесь. Ничего. Вот. Чем хороши ноты? Тем, что их может купить каждый. То есть для этого не надо быть квалифицированным инвестором. Вот, посмотрите эти ноты. 20% годовых быстрый купон. Ну, эту я не очень рассматриваю. Эту я
Тоже не очень рассматриваю. Она на 3 года и 15% годовых. Вот 20% годовых. Вот именно нота, вот эта первая, она у меня сегодня выплатила купон. И точно такую же ноту, еще одну, я приобрел 22 ноября. Еще одну у себя на ИИС, я уже рассказывал. Вот. По ней, соответственно, наступит период, ну, чуть позже, сейчас я покажу. Значит, следующая нота на 2 года 18%. Это, в принципе, весьма интересная нота. Вот. Это Северсталь, ФСКЕС, Лукойл и Роснефть. Вот. Вот она, вот эта. А здесь еще одна вот с ежемесячным потенциалом. Я говорил, что мне вот эти три ноты нравятся. Здесь, вот в этой ноте, вместо Алроса магнит стоит, все остальное то же самое, что в ноте номер один. И нота номер три, я вот эту ноту приобрел, я рассказывал, на ИИСе, на жену. Вот, там 150 тысяч рублей. То есть там наступит в ближайшее время, 7-го, по-моему, числа, там первая выплата купона. Сейчас мы вернемся к этим нотам и смотрим. Структурные продукты. Вот оно. 1589 рублей. У меня есть свободных средств. Они выплачены. А вот здесь на ИИСе, значит, смотрим. Пока ничего нет у меня. Инструменты. Смотрим. Вот он. Тот же самый, та же самая нота. Вот таблица выплаты купонов. 20 декабря. То есть 20 декабря я должен получить по этой ноте 1534 рубля. Ну и там на счете жены я должен получить еще 2500 где-то 7 ноября. Структурный продукт ИИС. Тут недавно обновился личный кабинет на ИИСе. Два у меня структурных продукта я могу... Значит, смотрите, продукт с защитой капитала один. Это продукт на золото. Сейчас я вам покажу его. Вот она. Защита капитала на ETF на золото. Коэффициент участия 70%. Что это значит? Это значит, что если вот этот самый ETF на золото FX... Это ETF на золото. Короче говоря, вот 70% коэффициент участия. Если этот ETF вырастет, то я получу 70% от роста его. А если он упадет, то я ничего не потеряю. Вот так. Вот. И вот тот же самый автокол, только это уже номер 3, который на 150 тысяч. Сейчас посмотрим, что там. Вот он. Вот купонная выплата. Купонная выплата наступает 06.12. Здесь уже две компании ниже, чем барьер купонный. Вернее, ниже, чем барьер отзыва. То есть она не будет отозвана, судя по всему. И купонный барьер будет выплачен, ну, здесь почти наверняка. Вот это самое верхнее, это Яндекс. Вот, таблица выплаты купонов. Давайте посмотрим. 2136 рублей. 07.12. Через неделю. Вот такие пироги. Купил и сиди, и смотри, и не волнуйся, и не дергайся. Вот такие инструменты. А, да, я еще хотел сказать, что данный структурный продукт доступен абсолютно всем. Посмотрите. Вот здесь вот мы нажимаем на кнопочку «Структурные продукты». Вот, ничего не надо знать, никакую биржу для чайников покупать не надо. Просто открываете брокерский счет. Как его сделать? Мой сайт dimitkovyur.com, ссылка в описании, естественно. Вот, бесплатно абсолютно нажимаете на кнопочку «Модельный портфель». Там придет вам сразу два письма о том, как открыть брокерский счет, как его бесплатно пополнить, значит, там я расскажу. И вы открываете брокерский счет, только там будет про модельный портфель. Вы можете просто по тарифу универсальный выбрать. Не модельный портфель при открытии, а тариф универсальный. После того, как вы откроете брокерский счет, у вас появится, и пополните его, у вас появится личный кабинет. В личном кабинете выбираете вот это, вот, нажимаете...
Вот. Сюда, сюда или сюда, и вы выбираете ноту на один год 20% годовых с периодом наблюдения 30 дней. Вот. Ну, либо вот эту вот я тоже как бы рассмотрю, она очень-очень неплохая. А то, что у меня взят ETF на золото, пожалуйста, вы тоже можете его приобрести. Вот он, ETF на золото. Так, сейчас посмотрим. Защита капитала на ETF на золото. Подробнее. Почему там 55%? Сейчас я объясню, почему. Вот, смотрите. Защита капитала 100%, участие в доходе 55%. Значит, смотрим. Вот он. Посмотрите, у меня выбран вот этот. 70% и защита капитала 98%. То есть, если ETF на золото упадет, то я потеряю 2%. Я на это иду. Вот. И я получаю 70% от роста золота. Вот если этот вариант выбрать, то можно получить 90% от роста золота, но есть риск потерять 5% в случае его падения. Сумма инвестирования минимальная здесь 250 тысяч рублей. Ну, я договорился, мне за 100 оформили. Вот такое дело. Ну вот смотрите, если цена на золото вырастет на... А на сколько она выросла, кстати, я не знаю. Там, ну, на 20% вроде выросла уже. 30 тысяч рублей я должен получить. Вот так. Ну, на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Оставайтесь на моем канале.